Где же все-таки проходит грань между ответственностью регионального оператора и управляющих компаний, а также как идет уборка несанкционированных свалок? Эти вопросы мы адресовали сегодня гендиректору компании «Экоинтегратор» Анатолию Назарову. Региональный оператор через свои транспортные компании, он отвечает только за вывоз твердых коммунальных отходов. Если при погрузке что-то рассыпалось, просыпалось, то это тоже отвечает региональный оператор и транспортная компания. Но это надо зафиксировать. То, что находится, тот мусор, который находится на контейнерной площадке, за это ответственность несет управляющая компания. И если полномочия не разграничены, то муниципальное образование, кто содержит. То есть хозяин контейнерной площадки несет ответственность за ее содержание. То, что касается несанкционированных свалок в Котласе, о чем мы вчера рассказывали, то же самое касается и островных территорий, там в Архангельске, да, то здесь у нас разработан целый регламент, согласно действующего законодательства, обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы составляем акт, желательно в присутствии муниципального образования, представителя муниципального образования и собственника земли, на которой образована эта свалка, и предлагаем в течение 30 дней убрать эту несанкционированную свалку собственнику земли. Если она не убирается, значит, мы уже убираем это за свой счет и потом предъявляем эти затраты собственнику земли.